Доброго времени суток, друзья. Всем здравствуйте, кто, оклемавшись после праздников, вновь вступил в тяготы рабочей недели, но не с понедельника, а со вторника. Такая приятная неожиданность для кого-то. Надеюсь, настроила вас на позитивный лад, и каждый из слушающих нас сейчас и смотрящих смог хорошенько отдохнуть. Ну а мы возвращаемся в рабочее русло. Это открытая студия, совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Артик ТВ». Меня зовут Николай Дукмас, и сегодня мы пообщаемся с Дмитрием Афиногеновым, которого мы знаем в разных ипостасях, но сегодня представим за главное, как у вас наверняка мелькает в титрах, как эксперта по социальным сетям. Дмитрий, здравствуй. Здравствуйте. Прежде чем мы с тобой ворвемся в тягот бесед, тема, кстати, безумно интересная, особенно она актуальна после каждого празднества, и в том числе, если оно затянуто. Сегодня мы поговорим о бизнесе и о продвижении на своей деятельности, работы организации через соцсети. Но если у вас вдруг возникнут вопросы к нашему спикеру, или вы захотите поделиться комментариями по теме, только что обозначенной мной, вы всегда можете это сделать несколькими простыми способами. Открытая студия выходит в прямом эфире. Это значит, что следующие 28 минут вы можете позвонить нам по телефону 99-45-45 и задать интересующий вас вопрос или, опять же, прокомментировать тематику. А также вы можете использовать, раз уж мы говорим про соцсети, и наши электронные мессенджеры. Вайбер, Телеграм и Ватсап по-прежнему активны и работают, привязанные к номеру +7 921 708 2006. Приступим. Рекламную деятельность в организациях, точнее, в их продвижении в соцсетях называют забавной аббревиатурой SMM. Забавная, потому что слышно сейчас это, даже как не знаю сказать, не просто аббревиатура, уже это выражение, как притча во языцах. Из каждого, такой, да, да. Да, из каждого, как принято говорить, утюга и динамика. Но немногие понимают, что она из себя представляет. Расшифруй, пожалуйста, нам для начала. SMM — это social media marketing, и, по сути, он обозначает маркетинг в социальных сетях. Ну, вот так вот, если вот глобально говорить. По сути, это набор методов и инструментов, которые нужно совершить для того, чтобы продвинуть продукт. А с каких пор SMM стало какой-то неотъемлемой частью нашей жизни, а не любопытным атавизмом из-за бугра? Ну, мне кажется, свои истоки вот в России берет, наверное, с LiveJournal'а. Вот если вот так вот говорить, по сути, вот тогда в России он начал зарождаться. Но вообще с появлением интернета, каких-то площадок, форумов уже можно говорить о зарождении такого направления, как маркетинг в социальных сетях. Ну, просто если мы возьмем где-то, например, 2008 или 2009 год, дальше уже не рискну, но вот 10 лет назад каждое уважающее себя предприятие, будь то ночной клуб или ресторан, может быть, это была фирма, которая производит веники и ласты. Неважно абсолютно, то есть любая деятельность, да, у любой компании тогда было модно иметь сайт. Ну, про сайты мы часто общаемся в нашей рубрике, потому как это имиджевый момент, особенно когда Мурманск стал выходить на международный рынок, тут с сайтами все понятно, вопросов к ним нет. Но в 2006 году стараниями Пашки Дурова появился «Контакт». Мы сейчас не будем говорить о том, что это новаторство или нет, тему Фейсбука тоже трогать не станем. Да, появился «Контакт» 2006 год, его позиционировали как сайт для студентов. Ну, изначально так распространялось с сарафанным радио, мол, вам там будет удобно друг друга найти и так далее и тому подобное. И для кого-то естественным путем, а для кого-то совершенно незаметно, он реорганизовался и преобразовался в такую большую рекламную площадку. Огромную, да, такую, да. Медиасферу, по сути. Невероятно, огромную медиасферу. Даже так, в которую уже принято коммуницировать и взаимодействовать с ней в обязательном порядке. Но на момент 10 лет назад, когда «Контакт» просуществовал несколько лет, то есть там 2-3 года, все равно максимум, что было, это группа. Да, и не было такого понятия, как SMM-щик, человек, который ведет эту группу, распространяет. Ну, по крайней мере, мы сейчас говорим конкретно за нашу замечательную область, за наш город. Я рискну предположить, что в крупных городах, городах-миллионниках, и, возможно, все это начало кипеть и функционировать значительно раньше, но это сейчас Мурманск идет в ногу со временем, с каждой технологией. 10 лет назад все выглядело немножко по-другому. Это были просто люди, там, условно... Были люди, да, больше того, ВКонтакте он же использовался такой, как большой каталог людей, и люди так делились, типа, там, я езжу на зеленой восьмерке, или там, где вы объединяетесь? Вот примерно так в Мурманске использовался «Контакт». А в то время в Питере, например, уже существовали целые организации, которые занимались email-маркетингом, да, то есть вот рассылка через электронные письма, и начинали продвигать компании в социальных сетях, в том числе ВКонтакте. В Мурманск это пришло, конечно же, значительно позже. Да, и вот в какой-то момент, когда уже, ну вот, когда что-то находится рядом с тобой очень долго, ты перестаешь придавать этому значение и за этим следить. Например, там, не знаю, пузико у мужчин. Ты перестаешь следить, и все, оно появляется. И также в какой-то момент, оп, и «Контакты» уже действительно бизнес-площадка, экосистема, как ты сказал, которая имеет огромное влияние. Огромное влияние, и от нее очень многое зависит для продвижения и реализации любого вида бизнеса. И в таком случае появилась необходимость специалистов, которые будут этим заниматься. Вот
Но, насколько мне известно, каких-то институтов СММ у нас не было. И это слишком короткий промежуток времени, условно 7-10 лет, для того, чтобы появилась, ну, фундаментальная школа, которая будет выпускать вот так вот на раз специалистов. Ты сам как стал этим заниматься? Да, случайно абсолютно. По сути, я просто отвечал за направление по работе с клиентами. И, как мне показалось, работать ВКонтакте с клиентами — это будет очень удачное и правильное решение. Мы начали этим заниматься году, наверное, в 2013, вот примерно так. Создали группу, стали рассказывать о наших мероприятиях, о наших там детских праздниках, взаимодействовать с нашими клиентами. Им тоже это показалось удачным. И вот так вот потихоньку я узнал, что есть, оказывается, целая ниша, она называется именно так. Стал читать разные книги, лекции, форумы. Но, как мне кажется, вся вот эта история с фундаментальными какими-то знаниями в СММ, она не может быть, поскольку в этой сфере все очень быстро меняется. То есть, по сути, все фундаментальные знания об СММ, они точно такие же, как в целом о маркетинге офлайн, да, это там точки контакта, позиционирование и так далее и тому подобное. Вот. Дальше мы просто все это переносим на соцсети и пытаемся приспособиться к площадке, на которой мы общаемся с людьми. Все. Просто любопытно, может ли хорошим СММщиком стать человек без базиса знаний о рекламе? Или конечно. Может? Конечно, конечно. И как у нас рынок кадров, если можно так выразиться, обстоит сейчас в Мурманске относительно специалистов в этом направлении? У нас есть небольшое количество фрилансеров, которые действительно делают хорошие, замечательные продукты, но и в целом все. И глобальная проблема в этом даже не отсутствие спроса, а отсутствие желания людей развиваться, читать какие-то новинки, изучать. То есть буквально единицы из Мурманска ездят на какие-то мероприятия, там, не знаю, смотрят даже тот же YouTube. Ну, тут, конечно, надо сказать, что действительно очень много шлака, да, то есть и люди выдают часто свои лекции за новинку, а это, по сути, уже устаревшие какие-то вещи, там, 2014-2015 года. То есть незыблемым остается правило: если ты работаешь с информацией, твоя задача продать информацию, ты всегда должен быть в потоке этой информации. Конечно, конечно, нужно постоянно себя, ну, как бы свои знания актуализировать, тренироваться, учиться. Прежде чем мы углубимся в эту тему, мне вот что еще любопытно узнать. Выбран был именно контакт. Насколько я помню, на тот момент были такие альтернативы, как Одноклассники, были различного рода форумы, которые сейчас уже, может быть, просто позабыты. Вообще, в принципе, форумы раньше были такой очень хорошей нишей для взаимодействия с клиентами, но их система, конечно, значительно сложнее, ну, нам кажется, на момент 2019 года, чем было тогда. Тебе нужно забрать какой-то сайт, зарегистрироваться. Авторизоваться, да, да, что-то подключить к почту, написать сообщение и потом приходить проверять, потому что, извините, пуш-уведомления — это вообще незнакомый нам термин, ничего не приходит. Мне нужно все это проверять. Это очень много времени. Когда мы говорим о бизнесе, насколько я понимаю, хоть я и очень далек от этого, бизнес и время — это два неразделимых понятия. Его терять нельзя ни в коем случае. Конечно, такая система, как контакт, мне понятно, что удобно, но не каждое направление в нашем городе, в области, да, в принципе, везде является, скажем так, трендовым потоком. То есть не у каждой компании стоит молодой прогрессивный миллениал, да, который обвешан гаджетами, разбирается во всех этих технологиях, ищет информацию оттуда. Насколько тяжело было на момент 2013 года приучить клиентов, более возрастных, следить за информационной площадкой «Контакт». То есть как заставить именно ее воспринимать как главное действующее поле битвы? Мне очень повезло, поскольку моими первыми заказчиками оказались продвинутые ребята, которые понимали необходимость, и так получилось, что они дали свои рекомендации своим друзьям, и дальше вот пошло. И второй момент такой, на самом деле Россия тоже немножко, ну, если не отстает, то идет и с другими странами вот по теме продвижения в социальных сетях. У меня вот клиенты в Беларуси, например, есть, и там тоже очень ниша это развита. И так вот получилось, что, по сути, вторые мои клиенты были из Беларуси. И вот так вот сразу перепрыгнул через страну. Ну, так вот получилось просто. То есть там люди понимали востребованность работы в соцсетях гораздо раньше, чем в Мурманске, предположим. Вот. И работая уже на занятой нише, ты был вынужден изучать какие-то методы и приемы, чтобы своих конкурентов перебить, по сути, да? То есть как-то привлечь сильнее и лучше клиентов. И поэтому это в Мурманске немножко полегче поэтому продвигаться. А говоря о соцсетях, мы берем в расчет только контакт, с которого все начиналось? Или мы говорим о каждом, условно, приложении, которое сейчас используется, ну, там, подавляющим большинством населения это нашего города? Вообще, правильно было бы, конечно, говорить о целом пуле, да, сетей. Это и Facebook, и там и Twitter, который, в общем-то, раньше был таким целым комьюнити, да, в Мурманске, и Одноклассники, и так далее. Но
мне очень сложно говорить об этих сетях, поскольку я считаю себя специалистом именно ВКонтакте, как такой основной базовой платформы, в которой, наверное, есть все. То есть сегодня это уже действительно редкость, когда человека нет ВКонтакте. Дмитрий, скажи, пожалуйста, а сколько лет, получается, ты занимаешься? С 13-го года, да, получается? Ну, примерно, 6 лет. Если вот говорить неосознанно, то уже 6 лет. Да, я понимаю. А, то есть и на момент времени ты можешь сказать, ну, я имею в виду абсолютно без какой-то иронии или бахвальства, что ну, вот в своей нише я, ну, хочу, вижу себя специалистом, ну, по крайней мере, постоянно там почерпываю новую информацию, просто не хочу, чтобы это звучало как эдакое выпячивание. Здравствуйте, я специалист. Нет, нет, хотел сказать. А многие предлагают свои услуги, как, когда говорят о том, что специалист по SMM, указывая сразу на то, что они занимаются рекламой во всех соцсетях, будь то ВКонтакте, Инстаграм, где-то еще. А реально ли это? Или вот таких людей лучше избегать? Ну, то есть ты говоришь, что 6 лет, это вот только базис для тебя такой определенный, чтобы стать докой в определенном направлении. Это очень тяжело, потому что ну, во всех сетях, как бы, если даже тренды делать одинаковыми, то инструмент продвижения уж точно во всех сетях они разные. Да, разные механики. Если мы говорим о углубленном продвижении, да, не о базовом там какой-то настройке, а о таком серьезном. Во всех сетях разные методики, во всех сетях разные функции, механизмы и так далее и тому подобное. И такое может делать, по сути, человек, у которого есть команда, да, то есть он выстраивает определенную стратегию работы, и дальше уже его ребята этим занимаются. Одному продвигать компанию по нескольким направлениям, наверное, можно, но если ты занимаешься только этой компанией. Ну, то есть, либо он танцор, певец и плотник, либо, скорее всего, переоценивает свои возможности. Да, это очень непросто, потому что, смотрите, если раньше, например, один человек, он мог заниматься чисто всей площадкой, да, то сегодня это делится уже на несколько направлений. То есть люди, которые отвечают за таргетинг, да, и все направление, которое связано с рекламой именно ВКонтакте, да, то есть настройка, реклама, продвижение. Они работают с такими программами, которые называются парсеры, да, то есть это программы, которые собирают массивы данных, обрабатывают, строят какие-то логические цепочки и так далее, да, то есть это целое прям направление есть. И специалисты. И, кстати, вот в Москве, в Питере это очень востребованные специалисты с высокими чеками. Отдельное направление сегодня это контент-менеджер, то есть те люди, которые формируют контент на самой площадке. Не будем забывать о том, что сегодня есть целые компании, которые оказывают дизайн только в направлениях социальных сетей, поскольку вот там большое количество так называемых точек контакта, с которыми взаимодействует человек, который тоже нужно оформлять. И когда ты работаешь даже с одной компанией, но сразу на большом количестве площадок, соответственно, у тебя вырисовывается огромное количество задач, которые один человек делает, ну, ты говоришь, в состоянии, наверное, только с одной компанией. Плюс нужно же оценивать сразу же потребности клиентов этой компании, да, изучать рынок этой компании. Это очень непросто. Чем больше комментариев, развернутых ответов мы от вас сейчас получаем, тем больше возникает вопросов. Причем не только у меня, но и начинают приходить вопросы в наши электронные мессенджеры. Сделаем следующим образом. У нас буквально через там, полминуты реклама. Я сейчас напомню наши контактные данные для всех, кто только что подключился к этой беседе. Телефон 99-45-45. Вайбер, WhatsApp и Telegram привязаны к номеру +7 921 708 2006. Как ВКонтакте может помочь бизнесу, какую роль выполняют социальные сети, о рекламе в социальных площадках на момент 2019 года, ее необходимость для ваших организаций. Мы сегодня общаемся с экспертом по социальным сетям Дмитрием Афиногеновым. Не переключайте свою FM-волну и телеканал, буквально через полторы минутки мы снова вернемся. Реклама. Продолжается диалог в открытой студии с Дмитрием Афиногеновым. Сегодня мы общаемся о продвижении в соцсетях, о рекламе, о бизнесе на момент 2019 года. Как, насколько эффективно его продвигать через социальные сети? Кто такой СММщик? Зачем он нужен и где его найти? Все, что мы уже успели обсудить, вы, боюсь, что сможете увидеть уже только в повторе программы, так как открытая студия выходит в прямом эфире. Но если вы подключились только что, 99-45-45 номер телефона для звонков в прямой эфир, Вайбер, WhatsApp и Telegram, +7 921 708 2006. Один из вопросов, который пришел к нам перед рекламой, собственно, на один из наших мессенджеров, звучит следующим образом. Здравствуйте, Дмитрий. Откажите, пожалуйста, какой орган контролирует соблюдение законодательства в сфере рекламы и контролирует ли он ВКонтакте? Значит, смотрите, на самом деле сегодня чем хорош контакт? Тем, что под очень большое количество законов о рекламе он, ну, как бы не совсем попадает. То есть их можно не соблюдать ВКонтакте, поскольку сама площадка, она является частной собственностью Mail Group. Вот. И на многие вопросы они закрывают глаза. У них есть свой собственный свод правил.
где, которые необходимо соблюдать, какая должна быть реклама, сколько она должна соблюдать эмодзи, содержать, да, вот этих смайликов и так далее. То есть, например, если мы говорим о рекламе, о таргетинге, да, то есть, когда ты сам направляешь на выбранную тобой группу аудиторию, то там есть даже такое правило, что не должно быть больше 6 эмодзи. Ну, то есть, вот нельзя засорять рекламу вот этими смайликами. Или, например, там не должно быть неправильно написанных аббревиатур, не должно быть просто там капслока и так далее. То есть, реклама должна быть цельной, красивой и так далее. Вот. Если мы говорим о рекламе в сообществе, предположим, тоже есть определенное количество правил. Вот все, что не прописано в этих правилах, это уже является рекомендацией, скажем так, да, предположим, вот если взять федеральный закон о рекламе, да, когда мы крутим видеоролик, там есть такое правило, что если на сайте, который указан в видеоролике, ведутся дистанционные продажи, необходимо там указывать УКРН, юридический адрес продавца и так далее и тому подобное, то ВКонтакте это можно не делать. Поскольку вот, есть... если у вас есть, например, группа, где вы что-то продаете через эту группу, то в рекламном ролике вы можете не указывать весь необходимый. Более того, до недавнего момента, в принципе, все группы ВКонтакте, они были, по сути, собственностью физических лиц. Собственностью физических лиц. Это там... сногсшибательная информация, что-то аж рухнуло где-то у нас здесь, это было слышно в микрофон, ничего страшного. Вот, по сути, было собственностью физических лиц, и только недавно ввели возможность вот пришить, так сказать, группу к юридическому лицу путем загрузки там необходимых документов. А, то есть теперь это и так можно сделать? Теперь это можно, да, сделать, но по-прежнему сам владельцем остается физическое лицо, но группа уже как бы является, грубо говоря, там относится как-то к юридическому лицу. То есть какие-то моменты, если, например, ты еще не огромный магнат, это у тебя не стоит там 18-этажное здание, где ты в пентхаусе наверху решаешь вопросы всея мира, а реклама ВКонтакте даже немножко удобнее, особенно если ты еще... Она хороша тем, что не сведущ чем она хороша? Тем, что тебе не нужно будет действительно каким-то иметь огромное количество юридических знаний, тебе не нужно. Да, тебе нужно просто уметь коммуницировать, да, по сути. ВКонтакте хорош тем, и вообще любые социальные сети, что ты можешь использовать любые нетривиальные подходы, да. Ты можешь использовать, ну, там, из серии, знаете, вот я всегда сравниваю даже классическую рекламу, там, на телевизоре или на радио с ВКонтактом, вот, следующим образом, что, представим, идет вечеринка друзей, да, какая-то, и вот ты приходишь на нее, общаешься, да, посидел с одним, там, чайка попил, поговорил, там, рассказал, чем ты занимаешься, другим, с другим поговорил, так, между делом рассказал, чем ты занимаешься. Вроде как люди нашли общий язык, заинтересовались и договорились, что ты делать. И в то же самое время представим ситуацию, где с пинка там двери забегает человек и говорит: здравствуйте, я продаю вот это, вот это, вот это. И вот у такого человека вряд ли что-то купят. Ну, согласитесь. Я понимаю, речь идет о массовом потоке на всех, или ты точно общаешься? Да, да, да. И поэтому вот контакт — это как раз когда ты приходишь и коммуницируешь ненавязчиво, незатейливо с людьми, рассказывая себе и о своих услугах. В то же самое время классическая реклама — это как раз вот такой человек. Она работает, она должна быть все-таки, но это просто разные форматы. И, конечно, лучше использовать комбинированные какие-то вещи, потому что все-таки это работает на разную аудиторию. Хорошо, спасибо большое. Есть еще один вопрос. Добрый день. Стоит ли вкладываться в развитие своего дела ВК с условием нового законодательства о избоев ВК? Надежно ли это по сравнению с собственным сайтом? Вот, наверняка речь идет о вчерашнем сбое, и там более 60% людей отметили, да, вот что такое было. Такое периодически бывает, везде, причем, если обратите внимание, вчера лежало еще достаточно большое количество сайтов, в том числе, там, «Я плакал», например, он тоже вчера лежал, хотя популярная, в общем-то, площадка такая в стране в нашей, но вот такая была ситуация, к сожалению. Вот, и такое происходит с любыми платформами, с любыми сайтами, но ничего страшного, я не вижу в том, в этом какие-то риски не вкладываться в развитие. Нужно вкладываться в это однозначно. Ну, тогда я попробую этот вопрос и еще немножечко вывести из него дополнительный. Скажем так, если у человека ограниченный бюджет, и у него есть выбор сделать сайт, ну, официально красиво его оформить, который можно разместить и, условно, на визиточку, и, опять же, то, о чем мы уже говорили, имиджевый момент, если мы серьезно подходим к делу, даже если этот сайт не является основным центром массивом продажи, все равно присутствует, люди уже понимают, что общаются с серьезным человеком. А, ну, потенциально. Я сейчас утрирую каждый момент. Или ему нужно вложить тот же пул средств, но в продвижение ВК, и перед ним стоит выбор. Что бы ему стоило сделать? Ну, слушайте,
На самом деле, вести одновременно и сайты, и группу, это не серьезные затраты, потому что на самом есть, например, конструктор Wix.ru, да, это очень популярный Wix.com. Uh-huh. Это очень популярный конструктор, где человек, вообще не имея никаких знаний, может сделать достаточно классную визитку даже с функцией интернет-магазина. Это стоит 339 рублей в месяц, и, ну, как бы, и плюс домен еще, да, там, рублей 500. Вот, как бы, по сути, и сайт за, там, условные, там, 400 рублей в месяц. Uh-huh. Хороший, серьезный, добавив которому, там, Яндекс.Маркет, да, ой, не Яндекс.Маркет, Яндекс.Директ, то есть систему продвижения в ВКонтакте, за небольшие деньги ты получаешь, по сути, рекламу среди горячих запросов, да, то есть вот, чем вообще отличается сайт и ВКонтакт? Сайт и система продвижения Яндекс.Директа — это поиск горячих клиентов, то есть те, которые ищут услугу вот прямо сейчас. Uh-huh. А ВКонтакт — это все-таки холодная платформа, да, где ты пытаешься найти людей, которые просто подходят под описание твоих клиентов. То есть в момент времени вовсе не обязательно, что они ищут твой товар. Да, есть как бы способы найти горячую аудиторию, да, предположим, так часто настраивают ребята, которые занимаются организацией свадеб, да, они ищут группы, которые специализируются исключительно на свадьбах, uh-huh. они настраивают рекламу таким образом, чтобы каждый вступивший получал, там, предположим, рекламу, что вот он, я свадебный фотограф, там, или uh-huh. вот он, я свадебный визажист. И действительно, мы можем говорить, что наверняка человек, который заходит в эту группу и подписывается, скорее всего, он интересуется свадьбой, даже если он не жених и не невеста, то, может быть, это там свекровь или теща, там, или еще кто-нибудь, но так или иначе, это горячая аудитория. Но все равно, в целом, ВКонтакт — это холодная платформа. Ты сидишь, листаешь себе ленту, читаешь прогнозы погоды, тут хопа, вот, смотрите, uh-huh. у нас есть там кортежи, не знаю, свадебные какие-нибудь. И все равно можно не попасть. В отличие от Яндекса. А многие считают, что такая подобный вид рекламы, вот, которая всплывает между потоком твоих там uh-huh. сообщений или новостей, раздражительный. Говорят о том, что это мне вообще не нужно, ерунда, и, скорее всего, это неэффективно. Я так понимаю, что вы можете в легкую развенчать этот миф? Ну, во-первых, есть показатели, которые определяют эффективность от рекламы, да, это количество кликов, по сути, переходов, да, по этой рекламе. Считается хорошим показателем, когда, грубо говоря, из 100 человек, там, 2 человека перешло, это считается хорошо. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле мы стараемся настраивать, там, чтобы хотя бы 8, там, 10 человек переходило по этой сотне, да, это значит, что из 1000 это будет 80 человек, 80, там, потенциальных клиентов. И дальше задача уже площадки продавать этим потенциальным клиентам товар. Mm-hmm. Ну или там услугу, предположим. Вот. Второй момент, все же зависит от того, как оформить, да. То есть крупные компании вообще оформляют это в виде игры, там, красивых комиксов или там видеогифок интересных. То есть все зависит от подхода. В этом это и отличает от классической рекламы, возможность коммуницировать с самой рекламой, возможность взаимодействовать, такие вот штуки. А можно ли на момент времени заниматься SMM как основной работой, не в качестве фриланса? Я имею в виду, вот, например, нас сейчас молодой потенциальный специалист слушает, он вроде как разбирается в соцсети, уже изучает какие-то уроки, слушает и думает, что да, это была бы неплохая подработка, но основную там сферу деятельности я буду выбирать такую-то по профессии, там-то, там-то, потому что, скорее всего, это не позволит мне обеспечить себя, ну, целиком и полностью. А, возможно, где-то они и правы, то есть, может, тебе нужно уезжать куда-то сразу в другой город, там, в большой, где это более востребовано, но, насколько мне известно, СММ в Мурманске необходимо очень-очень-очень многим, а специалистов, как уже в начале программы вам было сказано, не так уж много. Вот смотрите, на самом деле, здесь я вспоминаю просто разговор, который у меня был пару лет назад с моим товарищем, который сказал, мне вообще не нужен ни контакт, ничего, у меня клиент в другом месте. Вначале прошел год, и он сказал, слушай, у тебя нет никого, кто бы мог бы мне удаленно вести группу. Прошел mm-hmm. еще один год, и он ищет себе человека в штат. Человек, который будет сидеть и заниматься именно группами в социальной сети, вот на постоянном месте работы. Поэтому с течением времени важность таких специалистов, она будет увеличиваться в любом случае. Да? Но сегодня я знаю большое количество людей, которые зарабатывают исключительно на социальных сетях. Причем есть даже ребята, которые зарабатывают чисто на таргетинге. Ну, то есть, вот вообще не ведут посты, не пишут, uh-huh. не оформляют дизайн, ничего. Они просто разрабатывают рекламные кампании, пишут логику рекламных кампаний. Работают вот с подборками массивов данных и все, и на этом нормально зарабатывают. Ну, в случае, если SMM получается эдакой профессией будущего, наверное, это будет мой завершающий вопрос. Как-то время стремительно убежало, просто осталось еще миллион, но этот я считаю очень важным. Можно ли предположить, что иные виды рекламы в скором времени канут в лету? То есть, если настолько хорошо и эффективно работают социальные сети, реклама ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и прочее, будет ли работает дальше реклама на ТВ, радио, газеты, журнальная продукция?
Знаете, это вопрос, мне кажется, из серии типа «Пропадет ли телевидение?». Угу. Как мне кажется, вот, ну, примерно из такого же формата. Мы же все понимаем, что, наверное, не пропадет, просто поменяет свой тип. Да, но как принцип телевидение останется. То же самое, мне кажется, с рекламой. То есть я не считаю, что реклама на телевидении она неэффективна, или на радио она неэффективна, или там билборды, предположим. Угу, просто все же постоянно меняется, приобретает новые формы, и то же самое будет, наверное, с телевидением. Потому что вот пример, да, опять-таки, мы сейчас видим, что ведущие каналы страны, да и, в общем, мурманские каналы, они все уходят в сети. Они начинают делать вот это вот HTTP, по-моему, забыл, да, как называется, так, формат, да, PTT, да, да. Когда ты можешь взаимодействовать с самой площадкой, голосовать там на том же сайте, голос в программе, да, и уходить в сеть. Вот. И никто же не мешает в рамках своего канала осуществлять профессиональную рекламу. В общем, чтобы бизнес был эффективен, главное не быть, ну, может быть, в некоторых моментах и нужно, но в вопросах рекламы не быть снобом. Надо быть нетривиальным, просто искать какие-то новые подходы, развиваться и постоянно экспериментировать. Будем в таком случае продолжать следить за тенденциями и обращаться за рекомендациями. Осталось еще много вопросов. С удовольствием пригласим вас на очередной эфир, дабы более подробно рассмотреть странную и любопытную, но очень притягательную работу СММщиков, если так уже можно выразиться. Спасибо большое. С нами в эфире сейчас был Дмитрий Афиногенов. Дорогие друзья, всем хорошего дня. Увидимся на просторах соцсетей в том числе. До свидания.